Есть понимание, что к 10-му дню болезнь прогрессирует и ухудшается. Очень приходилось ждать этот день, думать, а чем же ты закончишь? Будет у тебя пневмония? Какая будет, тяжелая, не тяжелая? Придется уйти на больничный или не придется? Меня зовут Никита Журавлев, мне 32 года. Я закончил Донецкий вуз, сейчас работаю в городе Северодонецке в терапевтическом отделении врачом-терапевтом. Также я работаю кардиологом интервенционным, оперирую сердца. Но сейчас случилось так, что в основном я работаю с ковидными пациентами и переболевшими ковидом. У нас в какой-то момент доктора начали поочередно заболевать. Одним днем проснувшись, почувствовал недомогание. Слабость, ощущение, как будто у тебя возникло похмелье. Ну, в принципе, ну, бывает, там, перетрудился. Ну, что ж тут подумаешь. Пошел, отработал, к вечеру почувствовал температуру, понял, что вот оно пришло. Такой слабости никогда раньше не было. Мы к тому моменту потеряли, отправили всех докторов реанимационного отделения на больничный. Начали болеть доктора инфекционного отделения. Если говорить о себе, о докторах моей возрастной категории, мы еще смогли стоять на ногах. Но если бы мы ушли тогда на больничный, то пациенты бы тут остались один на один друг с другом. Вечером, когда у тебя начинается бессонница, когда ты лежишь, чувствуешь, что кислорода-то не хватает. Но есть такой чудо-прибор, пульсоксиметр. То есть он есть у нас сейчас у всех докторов, в каждом кармане лежит. Ты вешаешь его, смотришь, сатурация 99, и думаешь, о, да в принципе я ж не задыхаюсь, мне кажется, успокаиваешься. И, наверное, если бы не пульсоксиметр, было бы тяжелее. Это прибор, который показывает два параметра. Первый – частота, сердечное сокращение, пульс. И второй – сатурация, это насыщение крови кислородом. Как у всех дома есть тонометр, термометр, наверное, пришло время, когда пульсоксиметр должен быть у всех дома. То есть вам кажется, что вы задыхаетесь, если вы заболели. Спокойно взяли, померили его. Вот у меня 93, позвонили своему доктору, обсудили, что дальше делать. Все, что выше 95, нормы, все, что ниже 93, требует госпитализации. Если говорить о ковиде, то через месяц ты находишь отдаленные симптомы, отдышку. Раньше я занимался бегом, там, допустим, привычная моя дистанция – это 10 километров. Прошел месяц, думаю, ну, начну с километра. Пробежал первый километр, получил свой субмаксимальный пульс. Остановился, прошел минут 5, а пульс не падает. Думаю, о, все, добегались, будем долго восстанавливаться. На сегодняшний день, ну, я вернулся, наверное, к половине нагрузок, те, которые до ковида использовал. Болезнь психологически ломает, в первую очередь. Иногда у тебя нет дыхательной недостаточности, но тебе кажется, что ты задыхаешься. Тебе кажется, что что-то здесь тебе дерет, здесь печет. Ты начинаешь думать, все, началась пневмония. Многие пациенты срываются, бегут сами на КТ. Иногда делают это досрочно, находят там 5% пневмонии, истерично прибегают к нам. У меня 5% пневмония с двух сторон, все, госпитализируйте меня. При этом, в принципе, такой пациент должен лечиться амбулаторно, но уже психологически он сломлен, с ним приходится много работать, много ему объяснять, что вот вы понимаете, вам нужно делать то, и вы лучше и быстрее справитесь амбулаторно, вам не нужно госпитализироваться. У нас отделение разбито на две части. То есть первая часть – это дифференциальная, это когда поступает пациент с пневмонией. Мы еще не знаем, он ковид-позитивный, либо ковид-негативный, но знаем, что пневмония, знаем, что ему необходимо начинать оказывать помощь. Мы такого пациента госпитализируем, тут же набираем тест ПЦР и начинаем лечение. Если он позитивный, он направляется для дальнейшего лечения в инфекционное отделение. Если он негативный, подразумевает, что он может быть заразен для окружающих, что ему не нужно находиться в боксе изолированном, и продолжает лечение пневмонии в терапевтическом отделении. 25% поражения. Под кислородом 10 дней я лежал. Полечится еще дома, чуть-чуть восстановится и снова к труду готовый боевой человек.
Официально мы COVID не подтвердили, то есть официально у него тест негативный, но вы же видите историю. Обратился к нам уже после 10 суток. После 10 дня тест выявить весьма тяжело. Эти люди не входят в статистику. Если говорить о статистике, если мы наберем антитела, они будут положительные. Статистика гораздо больше. Но УЗИ имеет большую чувствительность, чем рентген. Мы можем видеть, это как раз и есть то самое поражение. Если говорить о том, чтобы я в институте там своим метром кому-то бы сказал бы, там, когда учился, я буду делать УЗИ легких, мне бы, наверное, дали подзатыльник и сказали бы, ты двоечник, иди учись, УЗИ легкие, о чем ты говоришь, это вообще несовместимые вещи. И так случилось, что вот особенность ковида позволяет этот метод использовать широко и очень эффективно. Мы буквально в сентябре, сразу как появились данные пациента, начали практиковать данный метод. И сейчас мы широко используем для дифференциации. Очень много времени тратится на то, чтобы объяснить пациенту, как вести себя в данной болезни. Допустим, такой момент, как пронпозиция, это когда нужно лежать на животе. Минимум часов 16 необходимо находиться на животе. Пациент, переворачиваясь на спину, там, на 10-15 минут, он свое состояние может колоссально ухудшить. То есть он у тебя утром, в принципе, был стабильный, держал там на кислороде сатурацию, он может находиться в твоем отделении. Он перевернулся на спину, поговорить 15 минут по телефону, и уже необходимо переводить в реанимацию. Вплоть до того, что нужно пациентам объяснять, давайте мы вам ставим мочевой катетер для того, чтобы вы не ходили в туалет. Каждый шаг требует много сил для пациента, который нуждается в кислороде. Ну, некоторые говорят, нет, мочевой катетер, что нет, вы, доктор? Какой памперс? Мне 50 лет, зачем это все? Может быть, там, если бы была воля докторов, может, многие бы их вот так вот скотчем приматывали, ну, потому что иной раз крайне тяжело объяснить пациенту, что это жизненно необходимо, вот услышьте. Если говорить о Луганской области, ситуация в нашей области весьма интересная. Если говорить о первой волне, которая началась в Украине весной, то здесь мы ковида как такового не видели. То есть, в принципе, эти случаи были завозные. Это пациенты, которые вернулись с Российской Федерации, пациенты, которые вернулись с Европы, либо оккупированные территории. Местный путь распространения начался где-то в сентябре месяце. Каждый день видели, что становится все больше, пациенты становятся все тяжелее. Прям такое, что мы кому-то отказывали, не было. Было такое, что приходилось и госпитализировать женщин в мужские палаты. В какой-то момент нам было недостаточно кислородных концентраторов, то есть приходилось руководству связываться с больницами, в которых не было пациентов данных, просить у них на себя выдать кислородные концентраторы. Был предел, но выкрутились. Если говорить о нашем регионе, у нас как-то так сложилось, что проблем с кислородом не было. В отличие от других, даже Одесская область, там, особенностью нашего региона является то, что мы имеем завод «Азот», который получает кислород. То есть его не нужно везти из другой области. Рост точно ограничился, и, возможно, есть такой небольшой спад. Но это не значит, что эпидемия закончилась. В нашей области, по факту, случилась только первая волна. А вторая волна, как правило, гораздо тяжелее протекает, чем первая. Если говорить о тотальном локдауне, я не понимаю, почему с 8-го, чтобы погулять праздники, а потом спокойно болеть после праздников, находясь на карантине. Я думаю, просто до Нового года надо вводить карантин. Да, это мера не самая приятная, народ ее не поймет, но если вводить, то вводить.